Задумчик, темные берега. Шо, блядь? Ужас, Так, я кошмар. лечу, лечу. Да не надо лететь, сейчас мы уже камня будем сумонить. Вот как нормально будет, если локов не сумонить, да? Но мы-то локов сначала сумонем, да? И потом они поставят шкаф в инсте. Они же нормальные пацаны у нас. О, соленого, ровного пацана просто. Тык. Ну и пошли. Чё тут на морозе стоять? Титьки морозить. Блин, у меня в реале холодно. Бери водку. Ты оденься, оденься, одень кофту. Мне лень. Чтобы одеть кофту, мне придется снимать наушники, представляешь? Ебать. Аж наушники снимешь. А чтоб я мне такой... футболки и носков хватает, вроде. А типа, трусы уже не в моде, да? Не, ну трусы само собой. В панталонах она ходит. Ага. Бабиных панчохах, блядь. Так, я думал вообще нагу сделать, а вот думаю, ну ладно, трога попробую. Попробовал на манекене такое говно. Зачем нага? Нага это танка, танка класс. 2% силы, 2% агилы. Я не играю нагой, это чисто с принципа, потому что они уродливые. Сетка в ПВП, щиток в ПВП, ты шо, ты шо? Нага ПВП, шо. 2% это ничто, посчитайте, сколько там выходит, там около косаря силы. Да какой косарь ты? Да, да, косарь. Косарь, ну, силы. Да, косарь, у тебя силы будет. Ну, косарь, ну, да. Полтора. Вот ты считай, 20 силы. Полтора косаря, это где-то 30-60 силы добавит. Угу. Соленый. То же самое, чтобы добавить 2% крита, один хер. Надо соленого посолить немножко. 2% крита и 2% силы — это разные вещи. То понятно, да. 2% сил, сила 60, а если по рейтингу крита, то 2% тоже 60 получается. Я у него, короче, сокета в кольцах нету. Видишь? Да, да, это я. Не напрягайся. Я понял. Какой пул, дайте хоть каски, вообще бафов нет. Да, ломаните. Вы чё ломите, какие бафы? И дай турбойсу пинка, пусть он пирогов мне даст. О, даст. Да есть ещё два мага, кроме него. Нет, самые сочные в турбойсе. Нету пирогов. Спасибо. Аля, я это... Я же на АДК, надо, наверное, писать в ЗИЗ, да? Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто сможет пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны.
Курскому пати, да? Кто этого мужика танчит, который первый? Можно там вообще меточки? Она зачем мне? А зачем босс идти? Не знаю, почему Луна Гало? Он же троллем. Либо два на пол. Охуенно мы пуляем, а трубой только появился. Заберите 6 стаков. Только не на меня, пожалуйста. Стоп, я на огненной, да? Или я буду забирать? Сыграй. Агр нажми. На мне токсин. Следующего бойца на арену выходит ледяной лёд. Сражайтесь или погибнете, герои. Тест. Тут буги есть, да?
Я вижу только двух. Читай чат, видишь? Размазан по стенке ледяных прелок. КД нет. Давай, все, просто... ЕПГП? Едет-ка. Что-то ты не вырвался. Кинь диссер в чат. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. А, я вот это мне пох. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Не-не-не. Хотя бы раз по этому. Депессию тут. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным демоном! Давай, а, он... Перекинь ханта в восьмую, если он не с нами. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Шараксус! Эренарский повелитель пылающего легиона! Какая, знаешь, как почему он... нас бьет? Значит, помогите, пожалуйста, просто аутист. Потому что раньше не держит между собой. Вот, Крикач, ты можешь подальше стоять, Хантом. А его под босса подводить надо или как? Ну, почему здесь дистанция вообще? ДБ не отображает никого. Ты куришь там что-то? Excess. I
50 хп. Я прям сам это сделаю, блядь. Это за всю боль. Да, надо. Так что наш этот, блин. Смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. А я даже когда увидел, блять, я только зашел назад, блять, меня сразу ебанула эта хрень, блять, массовая, блять. Ваша смерть будет быстрой. Попросила выкачать. Я говорю, пожалуйста, отойди от меня, просто чтобы раньше был. Так он вообще в меня потом встал. Вы не знаете, как работает эта плюха? Какая плюха? Расскажи, пожалуйста. И ему тоже. Вот эта вот зеленая цепуха, она скачет каждый раз по человеку. То есть по одному она, предположим, ударила 2000, по следующему ударила 8000. Вы не видите, вот я просто с Аленым стояла не в рейнже, у нас метров, я не знаю, может быть, 3 метра между нами было. Мне прилетало по 8000. Больше хп. Ладно, все, берегите от меня всех. Это догадка. Она миликов шотает всегда. Она шотает только в том случае, если не успевает стаки снимать. Если кто-то стоит один вдруг в друге, блядь. Идите нахуй, чпите тактики, потом что-то пиздите, блядь. Догадываются они, блядь. Охуели, блядь. Браза ты нахуй. Сука, блядь. В смысле, ты чё, дамажить собрался? Ты чё, попухал? Что, можно пристабав, не? Мак. Да все. Да неужели не я?
может, им обидно. Не сработала притяжка. Если ты танков не килишь, то отойди подальше, вглубь рейда. Вот так. Бля, у кого там такой милый голос? Не у тебя. Не, ну у тебя тоже, в принципе. Оттяну чё-то. ВПшник. Так, Рога что-то, блядь. Кого? Рога зарядил. Кого съем? Рога пропал нахуй. Интересно, будет нахуй лут или нет? Спасибо. Еще это был я. Конечно. Я смелый. Видите? Чтобы он не крутился тут. Когда это было? Что еще, блин, сейчас такие. Это первый раз, когда мы сюда пошли, блядь, гильдии, нахуй, у нас ни одного трупа не было, да, ну. Да, пока, блядь, 6 вайпов на вальке, блядь.
этих. Видимо, Ваниш ушел и такой, ребят, до свидания. Сори. Да, я застрял в сундуке. А вот. А что так мало выпал? Подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Давно пора. Зачем мы забирать выборы, чтобы потом удалить его? Чтобы потом удалить персонажа. Ты знаешь, как, короче, понесли, блядь, одни чуваки, блядь, утопить кольцо в вулкане, да? Победу. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Этот выбор, чтобы никому не попался, да? Поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Чё, четыре танка? Состязания начнутся! А нахуй мне-то надо? Твою мать, бигодум. Так, еще раз, звезду я. Нет. А, все понял. Райда Флойда какие лица. А что такое цепуха, алло? Ну, ЦП. Я думал, все ЦП, да? Филдер, банки на ЦП тоже пьешь и все. Да, мастер, ты дал? Что ты теперь забрал, блин? Первый стоять слева от рейда. Не там, где танки стоят, а слева. Это был я. Был Халк Лаканч. Ебать.
Это был я. Не трогай меня. Выбор, блядь. А чё так много? Господи, сколько выборов, а? Не да знаю, я даже прям не могу, выбрать. Это изобилие выборов просто, блядь. Раз упадем в вулкан, нахуй. Ты чё так понял? Всё, да? А чё, мне тоже ЕП накинешь? Всё, спасибо. Я просто не ваш гильдии. Удачи! Маня, дайте порт, пожалуйста. Надо определиться куда. Вон дойти, если можно. Под город. Ладно, ребят, удачи вам. Глядишь, еще свидимся. Да, тебе не хворать. Где это кустуи там? Солен. Дай обмен, я вот тут стою соленый, у меня обмен не дается. Ну хорош. Не, ну какой подгород, алло? Нормально. Под городом, под городом. Войт, а Грульмагер будет собирать 8? Да-да, пошли сейчас. А может кто-то Грульмагер хочет 8 прийти мне? Потому что там на работе, либо что-то еще. Спасибо. Нихуя себе там 50 голды нахуй, ёба, а чё я никогда не ролил его? На, блин. Мастерал 4, мне обмен давай. Я такие вещи через объявление бы кидал, через райдролл было бы легче смотреть. Допустим, я бы тебя анонсил даже так. Да уже что, сейчас разрулили почти. Я так волю хрен забрал. Сейчас тебе кину трейди там. Посох надо там кому-то посох? Не надо давать. Конечно надо. Давай, роль. Сюда. О, лось. Анкил, поставь портал, пожалуйста, вот. Да. Бля, я бы на ретрик разобрал. Ёбаный. Осталось два кастета. Ты
Так не падают они, блядь. РЛ, этот анрол свитки. Рецепты анрол. Да, анрол может ходить. Спасибо, пока. Там ботинки, пояс вроде был, блядь, я не помню, шифтуй. Ботинки на НХ. Кольчужные на НХ. Точнее, на ХНТ. Я не бог дома, но ладно. У меня есть, можешь мне писать. У меня только тела нету. Там что-то было, я помню. Там колечко еще стояло, пароль. Кольцо, кольцо, там кольцо было. Да. Да, гильное, да, да. Ну ладно, спасибо, РЛ. Удачи. Бугдум. Он же ливнул. Рано, 8 уже стоит. Так а чё сейчас бы собрал тех, кто идёт, потом бы докричал? Тех, кто идёт, ага.